Областной антикоррупционный марафон стартовал в городе Кокшетау, где прошел ряд мероприятий антикоррупционной направленности. Все мероприятия, проведенные в рамках проекта, отражаются в книге, которая словно факел эстафеты передается из одного региона области в другой. Мероприятия в рамках марафона будут организованы и отражены в книге иллюстрированные фото, подготовленные активистами молодежного ресурсного центра нашего города. В рамках декады состоятся встречи и диспуты, семинары и дебаты, флешмобы и лекции для представителей молодого поколения города. Главная цель проекта – вовлечение в процесс антикоррупционного просвещения всего общества, повышение имиджа и доверия населения государственной службе, нравственное просвещение молодежи и культивирование высоких морально-этических норм и ценностей. После окончания всех мероприятий в рамках марафона наши степногорские ребята передадут эстафету Шартандинскому району.